Короче говоря, меня усыновили. Друзья, а перед просмотром ролика поставьте лайк, подпишитесь на канал и отправьте это видео трем своим друзьям. И тогда следующее видео выйдет уже через пару дней. Приятного просмотра! Познакомьтесь, это моя приемная мама. В отличие от настоящей, это ее противоположность. Сынок, ты куда собрался в такую рань? Куда-куда, в школу. Ой, да нафиг тебе эта школа нужна? Садись лучше со мной, сериал смотреть будем. Она забирает у меня шапку каждый раз, когда я выхожу на улицу. Чё ты как лох, прическу себе только этой шапкой испортишь. Ну спасибо! Ставит в угол, когда я прихожу раньше 12. Покупает мне каждый день бургеры с колой. Ой, супы эти, не люблю я их готовить. Вон, другое дело бургеры. Мяско, салатик свеженький, помидорчики. Вот такая штука. Все, что нужно растущему организму. И вообще, вам еще многое предстоит о ней узнать. Ох, какая жара на улице. Есть дома что-нибудь холодненькое? Ты что, опять пьяный? На улице почти зима. Да, это мой приемный папа. Он любит пить сок, по крайней мере, он говорит, что это сок. У него есть странные татуировки. Короче, это гордый орел, символ мужества. Так это на петуха вроде больше похоже. Слышь, сам ты петух, а это гордый орел. Ладно, ладно, ладно. На ночь он рассказывает мне сказки. Короче, как-то филин решил посылочку дятлу отправить. И засунул туда, чтобы волк не нашел. Но что-то я подозреваю, что это совсем не сказки. Папа, а это точно сказки? Ну конечно. А еще мой папа очень популярный. И его фото развешаны по всему городу на каждом столбе. Мама говорит, что он летчик, но я и не верю. Потому что не может летчик зубами открывать бутылку с пивом и булавкой замки. Папа, ты что, опять свои духи выпил? Не-не-не, это был не я. Ага, а что делает этот черный волос в пустой бутылке с духами? Ой, так это нормально. Вон Василич тоже духи делает. Так там столько волос, целый парик можно сделать. Да, познакомьтесь, это моя приемная сестра Моника. Она не любит шутки про слоников и в отличие от мамы с папой нормальная. Но так говорят ее парни, которые каждый день меняют. Эй, вообще-то я не такая. Вот, например, с Димой я мутила целых 3 дня. Кстати, привет, я Моника. Я красивая, умная, добрая. А еще у меня есть инстаграм. Он называется... Свали отсюда! Да, наверное, вы уже поняли. Мы с ней друг друга ненавидим. И каждый день по вечерам у нас версус. В детстве написала в кровать, а потом поскользнулась на луже. А сейчас ты выросла и стала еще хуже. Ха-ха, раунд. А ты разбил мамину вазу и съел папины шахматы из хлеба. Ладно, ты выиграла. Уху, пошумим. А меня зовут Даник, и в этой странной семейке я уже неделю. И чтобы окончательно не сойти с ума, я решил снимать про них видео. А что это такое? Они постоянно мне мешают. О, а это шоу камера? А сколько стоит? Но ваши лайки, подписки и комментарии помогут мне не опустить руки и продолжать снимать первый, единственный и неповторимый сериал, короче говоря, под названием «Семейка». Короче говоря, меня усыновили. Первая серия. Сначала хочу немного рассказать, как я сюда попал. Ой, а что это ты снимаешь? А это по телевизору показывать буду. О, а можно подруге привет передать? Мам, я же попросил меня не мешать. Я тут деньги вообще-то зарабатываю. Деньги? О, это, а может тебе помощь нужна? Пап, просто мне не мешай. Я взял камеру, оделся, вышел на улицу и продолжил рассказывать. Ух, пока я смог спрятаться от своей сумасшедшей семейки, хочу рассказать, как я вообще сюда попал. В предыдущем видео. Отстаньте от меня, да нафиг мне вообще нужны такие родители. Без вас было бы намного лучше, но это было не так. И я уже безумно хотел вернуться домой, но понимал, что обидел своих родителей и не знал, как извиниться перед ними. И вот однажды в магазине я встретил свою маму. Но она меня просто не узнала. Опустила голову и продолжила выбирать игрушки. Да, тогда я поступил некрасиво. Но за это я несколько дней скитался по подвалам. У меня появился друг Тимофей. Мы вместе с ним искали еду, попрошайничали, но потом я встретил свою новую семью. И с первого взгляда они показались мне нормальными. Но это только с первого взгляда. А-а-а, помогите! Помогите!
Короче говоря, меня усыновили. В следующей серии. Как же он меня бесит! Окей, Гугл, как избавиться от брата? Садись, сынок. Буду тебя жизни учить. Ну все, с меня хватит. Слышь, ты че еще на канал не подписался? Мы тут для тебя конкурсы придумываем, а ты... В общем, ставишь лайк, подписываешься на канал и пишешь в комментарии как можно больше слов на букву Б. Понял? И те, кто больше комментариев напишут, попадут в следующий ролик. Ну и это, прошлые ролики не забудь посмотреть. Ну давай, нажимай. Я жду. Нажимай быстро.